Существующая электросеть не способна в полной мере удовлетворить текущие потребности Мурманской области. Об этом заявила глава региона на совещании по развитию электросетевого комплекса Кольского полуострова. Но решение есть. Ну, прежде всего, речь идет о строительстве федеральной сетевой компании новой подстанции напряжением 330 кВт. Это подстанция Мурманская и 330 кВт Мончегорск выходной линии. Это позволит не только разгрузить существующую подстанцию выходной, так и обеспечить присоединение к электрическим сетям новых потребителей, в том числе, что для нас особо важно, на западном берегу Кольского полуострова. В противном случае под угрозой окажется строительство Мурманского транспортного узла. Создание подстанции ИЛЭП Мончегорск-Выходной также крайне важно для повышения надежности электроснабжения и обеспечения ввода в строй новых объектов, в том числе социальной сферы в пределах Мурманской и северной части Кольского полуострова. Бесперебойное и качественное электроснабжение также обеспечит стабильную работу крупных промышленных предприятий, повысит комфорт жизни населения. Крупные проекты, которые реализуются на территории нашего края, в частности Арктическая гавань, а также развитие малого и среднего бизнеса, требуют адекватного развития энергетической инфраструктуры. А в этом помогут специалисты крупнейшей электросетевой компании «Россети», представители которой также присутствовали на совещании. Марина Ковтун выразила уверенность, что это сотрудничество уже в ближайшие годы принесет практические плоды, которые благотворно отразятся на жизни северян.